В преддверии самого главного праздника Дня России в поселке Искателей прошла акция «Каникулы» с общественным советом УМВД. Ребята из летнего лагеря Искательской школы собрались на лыжи-роллерной трассе. Чтобы продемонстрировать свои знания о родине, тему продолжит Наталья Дуркина. Спилс-карты – инновационная разработка, которая уже прочно вошла в образовательный процесс. На разных мероприятиях, когда мы ездили, вот тоже на такие мероприятия, как День России, там собирали карты. Там нам давали за 5 минут собрать карту, но мы собрали чуть-чуть за больше, за 6. За 6, ну, с лишним там. Немножко не уложились в минуту. Детали спилс-карт выполнены из прочных древесных материалов в форме российских регионов. На магнитной доске ребята в командах проверяли, насколько хорошо они знают карту России. Ребята составляли из пазлов карту Ненецкого автономного округа. Я думаю, что многие, хотя, я думаю, даже основная масса делали это впервые. Они делали с увлечением, с азартом. У нас была, конечно, подсказка, готовая карта Ненецкого автономного округа. А дети уже собирали из кусочков пазлов. Было безумно интересно. Все эти названия наших поселков, деревень Ненецкого автономного округа, они еще раз это вспомнили, прочитали, услышали, друг другу сказали. И мы справились с этим, в принципе, успешно. Конечно, мы воспитатели организовали и им немножко помогли. Замечательное задание, поэтому говорим всем огромное спасибо. Такие задания дети любят, им интересно, увлекательно. Тем более целый отряд, все это такая дружба и сплоченность. Федеральная программа «Знаю Россию» направлена на повышение образовательного уровня граждан в области географии и истории федеративного устройства РФ, административно-территориального устройства и ее субъектов. Сегодня сотрудники полиции совместно с нашими помощниками из общественного совета при УМВД и ветеранской организацией организовали и проводят для детей средней школы поселка Искателей. Это прекрасное мероприятие. Всероссийскую акцию «Знаю Россию». Детям предлагается собрать спилс-карты, пазлы в форме государства России, состоящих из субъектов России, и карту Ненецкого автономного округа, состоящую из муниципалитетов Ненецкого автономного округа. И в целом я хотел бы, пользуясь случаем, поздравить всех наших жителей с наступающим Днем России, пожелать успехов и всего самого хорошего и доброго. Одной из главных целей программы является воспитание патриотизма как фундаментальной основы гражданского общества, культурного и образовательного единства многонациональной России. В рамках мероприятия проходят с детьми и направлены на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних. Значит, в нашем регионе это будет не единственное мероприятие, будут еще мероприятия. Значит, от лица общественного совета при управлении Министерства внутренних дел России по Ненецкому автономному округу хочу поздравить всех жителей и гостей нашего округа с наступающим праздником и пожелать добра, счастья и мирного неба. По завершению мероприятия ребятам выдали шарики и ленты в цветовой гамме российского флага, а также сладкие призы. Наталья Дуркина, Антон Бодряков, телеканал «Север».